Итоги года подводят в республиканском чрезвычайном ведомстве. Пожарно-тактические учения прошли в здании одного из столичных театров. Подробнее в нашем сюжете. Внимание спасателей в этот раз привлек театр оперы и балета. Объект один из самых сложных, поэтому, наверное, мы его и выбрали на конец года для того, чтобы такое учение провести, оценить ситуацию, оценить и проверить действия наших подразделений, проверить готовность администрации этого объекта, потому что в ближайшее время начнутся новогодние празднования, и здесь ежедневно фактически будут проводиться детские елки. По легенде, возгорание произошло в 10 часов утра за кулисами сцены при проведении сварочных работ. В здании театра в тот момент, все так же условно, находилось 26 человек. Самостоятельно выбраться они не могли. На место условного чрезвычайного происшествия незамедлительно прибыли 13 единиц техники и около 100 человек пожарных. Все условные пострадавшие были спасены и переданы дежурившим бригадам скорой помощи. Пожар удалось локализовать и потушить. На самом деле здесь по третьему рангу приезжают все подразделения города, то есть это самый сложный ранг пожара, и, соответственно, все подразделения сюда прибыли. Ну и кроме этого вызван резерв из соседних, из Новочебоксарска на защиту города приехала одна машина, из Кугейс одна машина приехала. Напомним, что в рамках проведения операции «Новый год» государственный пожарный надзор внес театр оперы и балета в список объектов, имеющих нарушения пожарной безопасности. Согласно предписанию, все недочеты руководство театра должно устранить в кратчайшие сроки. А теперь не об учебной ситуации. Вечером в Чебоксарах горел столб опоры освещения. Пожар произошел в районе перекрестка улицы Гагарина и проспекта Ленина. На данном столбе множество проводов, в том числе контактная сеть городского транспорта. Судя по всему, произошло короткое замыкание. Пожарные оперативно прибыли на место. В результате ЧП никто не пострадал. Затруднений движения на данном участке дороги не было.